Меня зовут Эд, и я сегодня продолжаю свою обширную серию эффективных народных рецептов для лечения сердечной недостаточности. Конечно же, посмотрите все мои предыдущие лекции. Также лекции будут продолжаться. Я уже записал около 30 самых лучших рецептов для лечения сердечной недостаточности. И в течение 2-3 месяцев я их всех выложу. Ссылки будут наблюдаться под каждым видео из этой серии. А рецептик на сегодня такой. Берем, покупаем в аптеке траву зверобой, продырявленный он называется, или просто зверобой. В аптеке, в каждой аптеке продается эта чудодейственная, волшебная, не побоюсь этого слова, трава. Покупаем достаточное количество этой травы и каждый день делаем себе такой напар. Берем 1,5 ложки, 1 полную ложку столовую и половину еще столовой ложки измельченной травы. И нам необходимо теперь его упарить. Идеально упаривать, конечно, в небольшом термосе. Но у кого нет небольшого термоса, упаривают в какой-то маленькой кастрюльке. Если вы будете упаривать в кастрюльке, значит, обязательно хорошо все оберните. Заливаем это количество, 1,5 столовые ложки нашей травы, заливаем 200 мл кипящей, чистой, фильтрованной воды. И закрываем. Закрываем в термосе, или если у вас в кастрюльке, закрываем кастрюльку, варить ничего не надо, просто закрываем и хорошо укутываем. Где-то примерно минимум на час. Это надо делать обязательно утром. Раствор желательно должен быть свежий, но допускается, что вы до 3 дней будете хранить его в холодильнике. Так как его 200 мл получится, а нам надо примерно всего в день 2 столовые ложки. В общем, возвращаемся к рецепту. После того, как все настоится, обязательно с термоса надо также все слить, перелить и профильтровать. Профильтрованный раствор сразу ставим в стакане в холодильник. Нам необходимо 2 раза в день всего по 1 столовой ложке до еды. Принимаем курсами такой простой рецепт. Курс длится где-то 1,5 месяца. Первый раз 1,5 месяца, 2 раза в день пьем по 1 столовой ложке. Дальше делаем перерыв 2 недели. Потом после этого принимаем еще 1,5 месяца, перерыв 2 недели. Потом принимаем по месяцу с перерывом 2 недели. Еще 3 курса. Итого 5 курсов беспрерывно с вот такими интервалами пьем вот этот простой чудесный рецепт. Обязательно работайте в комплексе сразу с 2, с 3 даже различными моими рецептами. И будьте здоровы! Спасибо за внимание. Такой был прекрасный, простой на сегодня рецептик для лечения сердечной недостаточности. До встречи на моем канале завтра и пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему миру.